Огромный пласт работ позади, и вот строительство перинатального центра в Щелкове практически завершено. Остались последние штрихи. Проверить, как ведутся работы по подготовке медучреждения. В Щелковский район приехал зампред правительства Московской области Максим Фомин. Мы готовимся к вводу объекта в эксплуатацию и открытию его уже в июне месяце. Поэтому сейчас мы всего лишь уже определились по расстановке медоборудования. По словам строителей, строительная готовность перинатального центра составляет 98%. На объекте работают 63 человека. Такого количества рабочих достаточно, чтобы завершить работу в указанный срок, считает Максим Фомин. Кроме того, по словам чиновника, поставщики медоборудования планируют усилить меры, чтобы оснастить здание как можно быстрее. Будет самое современное оборудование. Этот перинатальный центр один из пяти, которых мы открываем в Московской области. Это будут самые современные технологии, лучшие врачи, поэтому здесь будет комфортно. Также на выездном совещании был поднят вопрос о сносе старого родильного дома. Работа запланирована на ближайшее время. Все решено. Сейчас на данный момент просто необходимы документы о том, что полигон готов принять для утилизации остатки этого роддома. И начинаем снос. Перинатальный центр – социально важный объект в Щелковском районе. Он будет обеспечен усиленной реанимацией, возможностью выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов и помогать беременным женщинам с патологиями. Перед специалистами центра стоит ответственная задача – сделать его уникальным учреждением здравоохранения, помощи новорожденным с пороком развития. Дарья Соснякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».